красиво, ярко и патриотично. 12 июня копечане отметили День России. На общегородское мероприятие собрались жители всех возрастов, а также первые лица города. Я хочу сегодня пожелать вам всем огромного здоровья, счастья, мирного неба над головой и, конечно же, с праздником, с Днем России! Также на мероприятии прошла церемония награждения победителей городских конкурсов. Я расскажу вам о России и грани творчества. Малый гран-при получает Дом культуры имени Петрякова. Ваши громкие аплодисменты. Главный приз. Гран-при городского конкурса «Грани творчества» получает Дом культуры имени Кирова. На площади красных партизан разместились столы со всевозможными развлечениями. Аквагрим, фотозона движения первых, викторины и мастер-классы. Мы предлагаем ребятам и взрослым стать участниками мастер-класса и изготовить, ну, предположим, открытку вот такую, которую можно подарить 8 июля на День влюбленных, День верности, символ России, ромашки. Либо вот такого домовенка, Кузю, который приносит в дом радость, тепло и обилие. Особое внимание было уделено патриотической теме и поддержке бойцов СВО. Активисты женского движения совместили на своих площадках творчество и пользу. Мы прихожане мечети города Копейска под руководством нашего хазрата Хамид Хазрат пришли сюда, чтобы показать мастер-класс «Как вести сети». Мы этим занимаемся с октября месяца 23-го года. Наплели уже очень много, но также приглашаем всех жителей города и гостей города Копейска к нам в мечеть для того, чтобы плести сети. И решила организовать мастер-класс по изготовлению армейских спичек, или как их еще называют, охотничьи спички. Они изготавливаются из подручных материалов. Это спички, бумага, обычная туалетная бумага или же бумажные салфетки. Вот. И деревянная шпажка. Они очень долго горят, не боятся воды. Не боятся ветра. На празднике были представлены площадки с презентацией предметов военной одежды от боевого братства, а также беспилотники и специальное оборудование, которое создают копейские специалисты. То есть это семерки, десятка, уже более лучшая модель, которая поднимает до 6 килограмм всего веса. Это также передатчик идет для пультов управления, тоже усиливающий сигнал. Это тоже новый пульт управления, сейчас вот пришел ПРО. Он, дальность действия у него 20 километров тоже идет. Для меня это как бы знаменательный день. Это тем более День России, как говорится. Тем, кто тем более служил и то есть, был даже на СВО и патриот своей страны, должен это понимать и знать. Также были представлены спортивные площадки. Маленьким копейчанам раздавали бесплатно сахарную вату. А украшением мероприятия стали выступления творческих коллективов города.